9-7, да ничего. Любое самостоятельное путешествие начинается с покупки билетов. На бронирование отеля. Не удалось мы покупали билеты за 3 месяца на вылет на агрегаторе trip.com. 88 тысяч рублей туда-обратно на двоих. Прямой рейс японской авиакомпании. Жилье бронировали на Airbnb, тоже заранее. Недорого и с хорошим расположением. Около 60 тысяч рублей на двоих за 2 недели. Первая локация в Токио. Потом Осака и Хиросима, и снова Токио. Получить визу в Японию гражданам РФ достаточно просто, особенно с 1 января 2017 года. Теперь сама виза бесплатная, и такой документ, как приглашение принимающей стороны, не нужен. Получить визу можно в посольстве Японии в Москве без проблем. На официальном сайте указан адрес посольства, какие документы нужны для визы и часы приема документов. Можно подойти заранее, а можно и попозже, неважно. Весь процесс оформления документов хорошо организован. На входе сотрудник посольства собирает паспорта, переписываются фамилии, также быстро паспорта раздает и потом каждые 3-5 минут пропускает по 2 человека через турникет. Сама комната, в которой происходит сдача документов, небольшая. На входе автомат, где предложены несколько функций выбора. Нажимаем нужную нам кнопку «Получение визы» и берем талончик с номером. Если вы отправляетесь в поездку вдвоем и у вас одна программа поездки, то нужен только один талончик. Во вторник мы отдали пакет документов, и 1 марта в пятницу виза была уже получена. Основной документ, который нужно правильно заполнить, это анкета. Она заполняется в 2 экземплярах. Примеров заполнения визовой анкеты в интернете великое множество. Заполнять анкету лучше заглавными буквами, и все поля обязательны к заполнению. Поэтому везде, где нечего писать, надо обязательно ставить прочерк. Если вы самостоятельно планируете свое путешествие по Японии и собираетесь перемещаться на синкансенах, то покупать JR Pass выгодно. Синкансены – довольно дорогой вид транспорта, и окупить проездную можно, по сути, за их счет. JR Pass можно купить только за пределами Японии. Потом этот ваучер меняется на проездной уже в Японии. Купить такой ваучер можно в агентстве. Его цена 27 тысяч рублей. Итак, бюджет поездки в Японию на двоих составляет 202 тысячи рублей без питания, без развлечений и покупки сувениров. Приблизительно можно округлить эту цифру до 320 тысяч рублей. Это и будет средний бюджет поездки в Японию на двоих на 2 недели. Всем спасибо. Аригато. Теперь немного о японской авиакомпании JAL. Несмотря на огромную очередь на регистрацию на посадку, первыми пригласили женщин с малолетними детьми и людей с ограниченными способностями. Потом тех, у кого были забронированы места в хвосте самолета. Здесь повезло, это наши любимые места. Самолет новый, Boeing 787. Расстояние между креслами значительно больше. В туалетной комнате много одноразовых зубных щеток и паст. И все было чисто до конца полета. Да, и управление шторкой на иллюминаторе автоматическое. И о еде. Вино красное, вино белое. Сделано на заказ специально для Japan Airlines. На выбор рис с говядиной или котлета с макаронами. Макароны. Картошку без ущерба. А, нет, я так не открою. Салаты, десерт – это пирожное, мороженое, шоколад и фрукты. Если вы не заказали модем в России, то тут же в аэропорту можно купить местную симку. Передвигаться по Японии можно только с интернетом и хорошим знанием английского. Почти все японские наименования в стране дублируются на английском языке. Бронировать места под JR Pass на синкансены – это высокоскоростные поезда. Лучше всего сразу в аэропорту, когда меняете ваучер на сам JR Pass. Это минус этаж вниз зоны прибытия. Расположение кресел синкансены 3-2, слева направо. Если вы хотите увидеть гору Фудзияму и красивые виды по пути из Токио в Осаку, то лучше бронировать места DE и наслаждаться видами на гору Фудзи где-то минут 40. Дорога от Токио до Осаки занимает 3 часа.
Большая часть пассажиров выходит на станции Киото, так что можно спокойно доехать оставшиеся 20 минут и посмотреть виды с другой стороны. Первые впечатления от Токио – это огромное количество велосипедистов и оборудованные дорожки для незрячих пешеходов не только в центре города. И на вокзалах для каждого ограниченного движения человека на коляске к вагону подходят служащие и ставят мостки для удобного передвижения колясок. Что? О! Вот наша башня, да. Сколько велосипедистов? Ну точно, как бы вам стыдно. Первый же день посетили район Токио Харадзюку. Он находится на одноименной станции метро. Это яркая красочная улица со множеством кафе и магазинов. Вечером иллюминация только подчеркивает необычность этой улицы. Ну и людей также много. Почти каждый турист, впервые приехавший в Токио, стремится посетить эту улицу. Квартал Харадзюка считается передовой столицей моды в Японии. Рядом находится еще одна достопримечательность. Это перекресток Сибуя, который можно в любое время увидеть с веб-камеры. Это наш дом в Токио на 4 дня. 24 марта, завтра рано утром, уезжаем в Осаку. Сувениры из Диснейленда. Если дверь не закрывать, она пищит. Небольшой шкаф для одежды. Открываем. Система «Умный туалет» – это автоматический нагрев сидений и самосмыв после закрывания крышки. Зеркало, умывальник. Прихожие. Обувь оставляем там.
второй этаж. Ванная комната тоже автоматизирована. Включаем. Это переключение горячей и холодной воды. А это переключение воды на душ и кран. Тоже есть туалет. Кухонная зона и зона отдыха. Есть холодильник, микроволновка и чайник. Необходимая посуда в шкафах. Балкон для сушки вещей. Это двухэтажный дом на 4 комнаты в спальном районе Токио. Цена около 4000 рублей в сутки. Токийские домики снимаю. Обыкновенная Токийская улица. Пригород. Это пригород Токио, что ли? Нет, разница. Какой район, скажи? Это район Тайто, где у нас находится первый наш хостел. Вернее, гостевой домик. Здесь как таковых тротуаров нет. Отделена дорожка белой полосой, пешеходная дорожка. Идешь, не поймешь сразу. Ну, не важно, тут мало пока машин. Сейчас у нас минус 7. Ой, так холодно. Ладно, сейчас у нас плюс 7, уговорил. Вот токийское метро. Увидели сакуру. Как красиво! Скажешь, что видели деревья первый раз. Ну пойдем. В какую сторону? Давай сначала туда пойдем, что скажет навигатор, потом обратно. Дорога. Как красиво. Правда, необычно, да? Ну ладно. Вот 605 номер. Целая квартира. Что у нас тут? Полочки. Здесь уже наши чемоданы. Туалет. Аригато. Аригато за маленькую ванную. Холодильник. Печь. Зачем открыл, непонятно. И комната. Сейчас посмотрим вид. Да. С видом, ну, конечно. Нас уже научили в Японии разуваться перед входом. Вид, конечно, никакой. Мы заказывали, вернее, бронировали другую комнату, но она была занята. Да, я думаю, ничего страшного.
Мы здесь сидеть не будем. Сушилка есть. Ура! Аригато за все. Картины, морские пейзажи. Ну, мне все нравится. Вот, вешалки же есть еще. Забыла показать. Пока в настроении. И шкаф. Правда, он завален какой-то фигней. Подушками, одеялами. Но здесь теплее, чем в Токио, в квартире в самой. В Токио последний день мы мерзли. Так, что? А, раковина, давайте еще посмотрим, что у нас за раковина. Система умный туалет, наверное, тоже здесь есть. Да, все то же самое. Садишься, стульчак нагревается, закрываешь, и оно само смывает. Что в шкафчике? Куча зубных щеток одноразовых. Можно с собой не брать. И для стирки что-то, или для унитаза. И фен есть, да? Да. Давай я тебе буду показывать. Фен покажу. Вот и фен на полочке был. Так, что мы купили на 1400 рублей российскими? Или 1300 где-то? Чек. Не уменьшила в два раза, стучает. Она может больше 2000. Я вычла. Да. Ну, подарочный алкоголь, все. Короче, вычла. Не пали. Короче, пиво, две баночки, Асахи и еще какое-то Киренбия. Потом, вот это что такое, Рит? Чай. Это чай, это фанта, это суп, тыква. Тыква с луком. Тыква с морковью. Ну ладно, пусть будет с морковью. Да, это вода, все понятно. Хлеб. Бургер. Это ты еще тоже себе суп. Я да, один два супа. Брала, я себе взяла. Мы вдвоем брали. Яйца. Булочку себе какую-то взяла. Я не знаю, что это. Я просто взяла, брала. Ну, булочка и с миндалем. Наверное, миндаль нарисован. Это с яичками булочка. Мы такую же покупали, очень вкусную. Внутри либо омлет, либо да, просто это яйцо. Тоже что-то похожее. Тут да. Какая-то другая начинка, потому что тоже яйца по-другому сделали. Ну, вкусняшка. Тоже вкусняшка. Это чипсы с морской капустой, по-моему, если я не ошибаюсь. По виду похоже. Вот это ты сама, наверное, не знаешь. Просто да, красиво знаю, выглядит. Что, выглядит как... Ой, я нажала. Мягкое, что-то жевательное. Это жвачка? Резинка, да. Так, это у нас майонез. Мы надеемся, что это майонез. Надеемся, что это... А, тут написано томатный кетчуп. Бутерброд. Сэндвич. Это масло растительное должно быть. Мы еще не открывали. Хотим на нем пожарить яйца. Если на нем написано холестерин... Значит, это масло. Наверное, соль. Сосиски. Яичница с сосисками будет завтра утром. Или послезавтра утром. Мы еще с плитой не разобрались. Вот это вот 100 йен стоит. Три кусочка колбаски. И еще один чизбургер. Сейчас я покажу плиту, на которой можно будет готовить. Тоже. Вот здесь включается. Так. Включаем. Она начинает пищать, если на ней ничего не стоит. Так, ставим сковородку. Все. И нагрев до 180 градусов. Завтра будем делать яичницу и сосиски на ней. На этой плите яичница готовится больше получаса.